Ребята, ну вот у нас вторая часть самой сенотробилки, сенорезки. Ну, я правильно говорю, это сенотробилка, она муку делает, дробит в муку. Ну, любой стороны. Она может быть как бы даже и зерно возьмет, но чисто и нормально она не возьмет, там другая конструкция возьмет. Значит, смотрите, я ее сделал на базе гранулятора. Изначально, когда я выбирал гранулятор, я продумывал, что же я могу с ним сделать для более его функциональности. И для того, чтобы проще что-либо сделать, только флянцевое крепление, только ременная передача, ребята, и все так же. И вот то, что я хотел сделать, первая задумка у меня сделалась, я показал, как она дробит. Дробит она прекрасно, нагрузки на двигатель нету. Она может работать длительное более время, она может произвести в несколько раз больше продукции, чем моя мелкая, более тонкая, заточенная сенорезка, сенодробилка. Теперь смотрим, как разбираюсь. Ну, бочку саму я снял, вы видели, направляющаяся. Значит, что у нее есть? У нее есть три крепления, три болта, три хомута. Значит, хочу обратить внимание, вот она поработала, да? Если плохой сальник, то подшипник тут же будет как бы шуметь. Вот берем. Вы видите, да, она крутится. Насколько качественно я сделал сальник своей разработки. Я вам покажу. Самое главное здесь, ребята, сальник. Не будет нормального сальника, двигатель умрет. А двигатель — это основное сердце гранулятора и сама голова гранулятора. Потому что найти это не так легко. И именно с таким флянцевым креплением, такой мощности. И все это дорого. Значит, кому придется? Что мы делаем? Откручиваем крепление. Приоткручиваем крепление. Все зажато от руки, ребята. Откручиваю. Не хочет. Ребята, вал. С одной стороны он идет 28 миллиметров, стандартный, классический, с прорезью по спинке. А здесь он идет круглый, 26 миллиметров. Само очертание идет, нижняя часть, где стоит сальник, 30 миллиметров. Ребята, показываю. Показываю со всех сторон. Значит, трубка, была дюймовая трубка. Разрезал. Разрезал несколько раз продоль, подгонял под хомут под 26 миллиметров. Подогнал, ребята. Наварил петли, ушки. С одной стороны приварил гайки. С другой стороны восьмерка болты. Он зажимает. Зажимает очень хорошо. То есть он сейчас работает как пружинчатый. Ну, подогнал все точно. Здесь сделал одну направляющую, то есть валу просверлил отверстие и латунный болт поставил. Для чего? Для того, чтобы фиксировать. Для того, чтобы все это зафиксировать дело. И если что, чтобы оно его сорвало. Вот как-то так, ребята. Цепь. Цепь сделал, да. Каждая цепочка проварена. Соединение точечной сварки проварено полуавтоматом. Для чего, ребята? Для того, чтобы через полчаса эта цепь не разлетелась. Уже такое было, опыт есть, поэтому вот показываю. Так она хоть поработает. Цепь толстая взята, в три раза толще, чем та, то есть на маломощном двигателе. Я посчитал, двигатель 500 ватт, здесь 2800 ватт, три раза толще она
изменит. Что получается? Если какая-то нагрузка есть, цепь просто накрутится на себя, но ни разу, ребята, она не застряла. Вот это хорошо. Я как бы старался делать так, чтобы не было того места, где она застрянет и не, обратно не вернется, как нагрузка спадет. Ну, вроде все нормально, работает. Работает. Красоты никакой нет, ничего не крашу. Вот, рабочая вещь, ребята, со всех сторон. Смотрите внимательно, как это сделано. Далее. Просверливал резьбу 6 мм. Скрученный пол, но так я это не применил. Не знаю, где, когда, может быть, не применил. Здесь я это не применил. Здесь у нас коротенькие, совсем коротенькие болтики. Чисто прижимаем. Направляющую в бочку. Направляющий к одну бочке. Но это и есть станина. Вот, ребята. Подогнал, подобрал. Наверное, 15-я труба идет. 15-я труба идет. Обычная. Наварил. Ребята, 14, если не ошибаюсь, под 15-ю трубу, да. Она влазит с трудом, как раз не болтается, ничего, были болты. Подобрал под ней болты и не стал ничего делать, ребята. Не прикручивать ничего. Бочка своим весом это все придавит. А чтоб центровка была, здесь три болтика. Родные на двигателя. Вот, вместо родных гаек я накрутил удлиненные гайки, и оно село, ребята, точь-в-точь. Даже ничего не точил. Вот насколько простая конструкция. Но, ребята, сердце этой конструкции – это сальник. Посмотрите внимательно. Обратите внимание, как он сделан. Ну, я думаю, здесь ничего непонятного как бы нет. Значит, из своей практики сальники каждый не везде поставишь. И каждый делает там по-своему, ну, ставят заводские. Значит, в грануляторе, почему я вам сейчас объясняю. Где-то тонну корма я сделал, почти тонну корма гранулы сделал. Гранулятор работает хорошо все. Но один из роликов у меня стал шуметь. То есть подшипники. И получилось что? Получилось, что там в каждом ролике стоят по 105, то есть 6005. Идет номер, подшипники. Значит, один ролик нормальный, второй плохой. Но я разобрал оба и заменил оба. Значит, в каждом ролике не оба подшипника биты, а только боковые. Внутренние всегда остаются целыми. Вот эти внутренние я взял, ребята, отложил. Плохие на выброс, как говорится. Так, лежат для броса. Значит, поставил новые, поставил самарские. Ой, как они идут. Подшипники ПГЗ идут, значит, подшипники лучше покупать всего на Озоне, 6 ПГЗ идет, Челябинский завод, вот 995 рублей 8 штук, тут надо 4 штуки, я беру, буду брать сейчас 8 штук, 995 рублей. Потому что один подшипник, ребята, хороший подшипник стоит 1000 и до 1500 японский может доходить, одна штука. Турецкий 350 рублей, самарский от 250 до 350 рублей. Я нашел старые запасы, 5 штук. По 140 рублей взял и вот поставил, а сейчас закажу на Озоне. Ссылку, ребята, выложу. Но дело в том, что 120, я не знаю, как в 150. И люди говорят, что ставят сальники, куда же они поместят сальник, если не поставят два подшипника. Если не поставить в ролик два подшипника, получится что, ребята? Получится то, что ролик долго работать не будет. Туда надо ставить два подшипника. Вот 6005, идут два подшипника. А для сальника места, ребята, не хватает. Понятно, есть модели, эти лазеры, где одна сторона закрыта вообще, а на второй только там можно что-то поставить. Значит, что убило эти подшипники? Эти подшипники убило
не то, что я их притирал, не то, что я на них работал, не то, что они перегревались. Первое, что это были, может быть, подшипники не лучшего качества китайские, может быть, потому что на них стерлось все и не видно названия. Я не могу сказать, хорошие это были подшипники или плохие. Похожие на самарские, похожие по виду, а больше ничего я не могу сказать. То есть синяя резинка, ну и китайские тоже делают синяя резинка, защитная резина. Теперь, ребята, и вот там я применил высокотемпературную прокладку. Она типа фторопласта, типа капролона по крепости. Она скользкая, она не горит зажигалкой, то есть ее трудно плавить, но она не горит, не горючая. Используется как раз в тех местах, где идет нагрев. Только, ребята, личку я своим подписчикам сообщу, из чего я сделал. Но я вам показываю. Смотрите, одна прокладка. Прокладка должна быть впритык. Дальше, ребята. Дальше идет сальник. Вот показываю, сальник. Он сделан из резины. И не из простой резины, а специальная резина, которая покупалась в резиновых изделиях. 2 мм толщину. Я брал 2 мм толщину. Она тянется и остается, до конца не возвращается. То есть похоже на сырую резину, но 3 раза туже. Для чего? Этот материал маслостойкий. Именно маслостойкий для прокладок и уплотнительных колец. Вы поняли, да, для чего это? После того, как она сожмется, вот она чуть-чуть поработала, и она уже становится более жесткая. Она как сырая резина потом превращается в свое посадочное место. Она взяла и затвердела. Все, как затвердела, повысилась прочность ее. Все. И он работает как сальник. Под ним еще одно кольцо. Для чего? Для чего, вот, ребята? Для того, чтобы оно прижимало друг к другу. Когда я буду ставить, вот видите, да, как легко крутится все. Когда я ставлю сюда насадку свою, она прижимает ее. То есть крутится только вал, ребята. Крутится только вал. Да, заметно, знаете, чуть-чуть заметно. Пропитывается место уплотнительного кольца, то есть сальника, смазкой графитовой. Почему, вы знаете, щетки на автомобиле графитовые и еще некоторые вещи вообще идет графит. Он не высыхает, не боится температуры и в случае даже высыхания всего графит не стирает металл. И, соответственно, увеличивает ресурс самого сальника резинового. Далее. Вот такого образца на вот таких уплотнительных кольцах, без резинового уплотнения, потому что для него места уже не было, но по две прокладки с двух сторон я применил в роликах гранулятора. Значит, в роликах гранулятора до этого применялся, был заполнен герметик, автомобильный герметик, хороший, плохой, я не буду говорить, красный, в общем. Этот герметик под своим давлением и вращением, он попал под резинку, и как таково, пыли, зерна было немного, может быть так, не столько, чтобы убило подшипник, а сам герметик, он попал в подшипники и убил эти подшипники. Вот и причина была. Поэтому герметик я здесь, ребята, не применял. Ну, как вы видели, у меня мотор на салазках. Сейчас я его откручу, поставлю ремень обратно и затяну его в свое крайнее положение и опять закручу. Но во время... Это его положение именно рабочее. То есть при вращении общего вала, то есть матрицы, можно тоже использовать в каких-то устройствах этот же мотор, чтобы не снимать вот эти вот ремни. Но все равно, ребята, я вам скажу, что
что нагрузку, как бы оно то ни было, вот такой шкив, ремни, они дают нагрузку на двигатель, который работает не от, трех фаз, а от однофазки. Поэтому урезана мощность, и чтобы не издеваться над двигателем, а эта серия у нас АО, двигателя АО-4, по-моему. Обмотка здесь очень толстая, толще, чем... нет, АО-1, по-моему, идет. Обмотка здесь толще, корпус здесь алюминиевый. Бывает чугунный, конечно, для подшипников это лучше. Ну, мне попался за 3000, ребята, вот такой вот двигатель на рынке. Он универсальный. И поэтому я его сделал, не раздумывая, а потом цена поднялась. Сейчас, говорят, стоит 5, но их нет в наличии. И кто-то уже 9 просит, кто-то 12 на Авито. Вот такая вот цена гуляющая. Ну, кто покупает, я не знаю. Сейчас металл упал в цене, металлоломы перестали работать. И все достать стало намного труднее. А вы подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, а кому нравится, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. А я по свободному времени, которого очень, ребята, нет, но я вам кое-что все равно показываю. Очень много чего накопилось, очень много чего, какого материала есть, что показать. Есть решенные проблемы, проблемы глобальные, которые у меня проблемы были. Только сейчас они решились. Упрямство, и свое мировоззрение, точка мировоззрения своя, бывает иногда ошибочно, ребята, учитесь и на моих ошибках, и на чужих ошибках, и на своих тоже. И стараться будем вместе избегать всех этих ошибок и каких-то нюансов в выращивании, содержании и разведении птиц. А я с вами прощаюсь, но мы скоро встретимся на моем канале в разной тематике. Но в другом видеоролике.